Мы сейчас поехали на... заплатили 20 динаров, даже немножко меньше, за батискаф из порта Эль-Кантауи в Тунисе, возле города Большого Суса. Большой батискаф. Есть такие еще маленькие. Вряд ли будет показывать каких-то рыбок, но у них на рекламе, конечно. И куча такого всего прикольного, красивого. На самом деле он сказал, что это бутафория для привлечения туристов. Поэтому сейчас попробуем в ролике. У нас один пассажир проголодался вот на батискафе. Не успели отчалить. Мясо. Слезы бегут. Вот такой вот батискаф у нас. Вернее, качка. Волны не большие, но чувствуется здесь кораблики. Тут когда разгоняется, здесь вообще такой при шторме. Приплыли до какой-то точки, развернулись и плывем обратно в порт. Рыбок никаких не видно, блин. Не знаю, в чем прикол, наверное, все радуются там сверху, правда, этой прогулки, но основная наша цель была посмотреть рыбок. Рыбок, вот видно водоросли только, рыбок что-то вообще не видно. Я так понял, мы сейчас уже в порту. Ну, как бы, как для прогулки неплохо, там дискотека даже есть какая-то вот. Катамаран, который там рядышком был, точно такое, ну, было такое же судно похожее, оно он тоже где-то в пределах 20 динаров, там с двух человек с одного 10. Ну, они за 40 парят, конечно, но я не вижу смысла в таких рыбках вообще. Вот этот, короче, патрикай красненький, с ним рядышком еще парочка. Ну, это, как по мне, так сплошной такой разводняк. Единственное, что мы заплатили, получается, всего лишь, даже не до 20 динар не дотянули, 19 динар, это 190 гривен. Такая чисто как прогулочка дискотечная, там, пивка попить нормально, или сачку. А так, там в билете было написано 40 динар с человека, ну это вообще бредятина какая-то. Вот. Ну, люди так и платили, получилось.
Все остальное, вот эти все катамараны, все вот эти яхты, они точно так же выходят в открытое море. Возможно, там больше на каких-то 20 минут они там делают заплыв этот, за заезд. Но сути не меняют это. Может, там угощают какими-то соками. Единственное, здесь кораблик есть такой с коричневый, такой как пиратский. Там идет какое-то шоу. Вот, может быть, мы завтра на нем поплывем, посмотрим. Такой красавчик здесь стоит. В детском парке мы пришли. Здесь карусели. В общем, верблюдик этот, на нем можно покататься.